Соус для пиццы я делаю из 1 столовой ложки томатного соуса, столовой ложки майонеза. Все это перемешиваю, добавляю душицу, ну, так, пол чайной ложки, щепотку зиры и немножко сушеной петрушки. Ну, можно, конечно, добавить свежую петрушку. И одну головку, маленькая, совсем малюсенькая головка свежего чеснока. А так можно, если обычный нормальный крупный чеснок, две дольки чеснока. Выдавливаем, все это перемешиваем и смазываем пиццу. Ну, вот такой соус у меня получился. Теперь смазываем им нашу лепешку для будущей пиццы. Ну, а самое главное, содержимое пиццы, это будет копченая колбаса. Вот такой вот охотничий сервелат у меня. Порезала тонкими кружочками и поделила на половинки. Ну, вы можете оставить и кружочками. Ну, и самое главное, без чего не может обойтись пицца, это сыр. Я взяла вот такой белебеевский купеческий. Ну, конечно же, целый кусочек я не буду брать, возьму, ну, где-то половинку. Натру его вот на такой мелкой терке. И вот так вот я натерла сыр. Столько его получилось. Ну и, конечно же, нарезала кружками томат. Куда ж без него. Ну и, в общем, вот все ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления пиццы. Ну еще, конечно же, тесто, которое отстаивается. Вот я раскатала тесто на две такие вот пиццы. Сейчас я смажу их соусом. Вот так вот смазала. Выложила колбаску. А также порезанный томат. Вот обильно посыпала сыром. И теперь поставлю в разогретую духовку на 15-20 минут. Нужно смотреть, чтобы тесто было уже золотистое, такого золотистого цвета. Вот так выглядит пицца в духовке через 5 минут. А вот и готовая пицца. Вторую я уже порезала.